Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винду Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нита Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Сама Юктам Бинда Банам Манухарам Ванча Калпатару Веша Кипа Синду Бевеча Патитананг Павуне Бхавишна Бебхьо Наму Намах Мукан Кароти Бача Ланг Пангун Ланг Хайт Гирим Ят Кипа Тамханг Ванде Парама Ананду Мадвам Биндавай Тусидеббай Пиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Наму Намах Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нароттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрасья Прагасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барунну Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Веттаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунарвиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Писфуржита Камапикабавадушвадарш Пурнануракура Сасагура Сарамурти Сарадхика Майкада Кипам Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламбита Бхужау Канука Бодату Шанкиртаной Капитару Камала Йотакшау Вишамбару Диджабару Джугадхарма Палау Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхавануруппена Саданаранам Ганга Таранга Раманийя Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Твабам Бхагам Нараяно Прияма Нанга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджаша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьясти Хиде Самбид Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам
Рам Рам Хари Хари. Аджануламбита бхужо канака бодато санкиртаной капиторо камала ютакшо вишамбаро дижаваро жугадхарма пало банде жагат приякаро каруна бхатаро Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Анарпита чарин чират корона ватирна калу, самарпаяту уннату жаларасам сабхакти сриям, Хари хи парата сундарат дудигадам сандивита, сада хидай кандари спуруту васачинандана. Гаудия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада, Парамахамса Джагадгуру told that in the history of human being, Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что во всей истории человечества такая великолепная милость, она была невозможна. И вот в истории всего человечества такая необыкновенная милость, она невозможна никогда. Даже все эти люди, все человечество не могло даже представить во сне, что такая милость может явиться. Может быть, возможно ли она сама по себе? Мы никогда не имели даже такой мечты, такая беспрецедентная крипа, милость снизошла к нам, и мы очень удачливы, и в то же самое время неудачливы в том, что имея такую возможность, но наша неудача в том, что мы одурачены, мы не можем понять всего величия, великолепия того дара Махапрабху, который он принес. Мы не можем понять его, не можем осознать пользы этого дара. Это невозможно. Ну, в смысле, настолько велико, что невозможно осознать это. Махапрабху говорил то, что Кришна Премадана, сокровище Кришна Премы, это огромное, великое сокровище. Мы думаем, что земля, здания, деньги, золото, какие-то украшения, деньги в банке – это наше богатство. И мы думаем так из-за своей глупости. И поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы совершать Хари-бхаджан. Мы не можем понять пользу от того, что Махапрабху принес нам. Но Махапрабху сказал, что читание читамрити мы можем найти, что према-дана – это наше сокровище. И вот Махапрабху сказал такие слова, что према – это настоящее богатство, настоящее сокровище, если читание Махапрабху можно в других местах найти такие слова. И вот Махапрабху говорил много. И вот Махапрабху плакал и говорил, молился Богу, чтобы он даровал ему это сокровище Кришна Према, что я очень беден, и, пожалуйста, даруй мне это сокровище Кришна Према, Прематон. Сделай меня своим слугой и дай мне
Према, плати мне зарплату премой. И это его. И иногда Махапрабху плачет и говорит, что у меня нету ни капли премы, ни капли любви, чувств к Бхагавану. Даже запаха этого чувства нет. Даже запаха премы нет, но все же я пытаюсь. Я пытаюсь обнаружить свою удачу. И вот Махапрабху говорит: моя жизнь сравнивается с жизнью насекомого. Насекомые, они очень незначительны. Если я умру, то что станет? Ничего не произойдет. Но все же я пытаюсь сделать все, что могу, чтобы открыть, как сказать, обнаружить свою удачу. Я хочу выразить такое настроение, хочу иметь такое настроение, как Бамши Дари Кришна, Кришна, играющий на флейте. Без Кришны, как я могу поддерживать свою жизнь? Без Кришны, кто играет на флейте? Как я могу поддерживать свою жизнь? И вот жизнь уже подходит к концу, и я живу только ради этой цели, ради миссии Шри Чайтаньи. Шриман Махапрабху только ради этого принял саньяс, ради своей миссии. И что за миссия у него? В общем, мы можем сказать распространение Харинама. Есть сокровенные причины этому. Это не наша цель. Вначале всего я хочу сказать, ну, в смысле, не наша сегодняшняя тема. И вначале всего я хочу сказать, Анарпита Чирачара. Махапрабху принес то, что принес нечто необыкновенное. И вот это три шлоки. И сегодня мы обсуждаем, почему Махапрабху принял саньяса. Ради миссии Шри Чайтаньи, чтобы исполнить свою миссию, чтобы показать, как, в общем, для проповеди Махапрабху принял саньясу, поскольку он мог бы и не принимать саньясу, он Верховный Господь, зачем ему принимать саньясу? Махапрабху сам сказал, после принятия саньясы в Катве, я уже говорил в прошлый раз, что толку от саньясы, поскольку Премадана — это мое сокровище. Премадана — это мое сокровище. И другие обусловленные души, те, кто
Вечность Сида Махатмы, они тоже принимают саньясу. Рамануджачарья, Мадхвачарья и остальные, они вечные спутники Господа, а обусловленные души тоже в процессе своего баджана могут обрести освобождение, могут обрести Кришну прему, принять саньясу тоже могут, но, конечно, нет, они не обязательно. Саньяса как бы не... Можно и без саньясы принять, обрести прему. Но принятие саньясы, оно для проповеди, вот особенно в Индии считается, как сказать, ну, культура такая, традиция. Вот. И, вот Бхактивинода Тхакура, например, он не принимал никакой саньясы, но он достиг прему. Шивас Пандит, он тоже не принимал саньясу. Ему не было никакой нужды принимать саньясу, поскольку его сердце, оно было очень чисто, как сердце Бхактивинода Тхакура. И после этого, смотрите, Шивананда Сен. Они жили жизнью домохозяев, находились в грехастре ашраме, но по сути они были даже лучше, чем саньяси. Бхагаван в Гите говорит, и вот в Гите Бхагаван Си Кришна подтверждает, говорит Арджуне: «О Арджуна, будьте уверены, те, у кого нет материальных желаний, они, имеется в виду те, кто возвысились до того уровня, где уже нет никаких материальных желаний, они подобны саньяси». И вот, то есть они как бы не те саньяси, они... У них, они по сути находятся в состоянии саньяси, им нет нужды внешне носить какие-то признаки саньяси, шафрановую одежду, посох и остальное. Им не нужно это показывать, они по сути являются саньяси настоящими. Махапрабху принял саньясу, но я уже сказал, когда Махапрабху принял саньясу, мы должны понять, что саньяс Шриман Махапрабху, она уже в его сварупе, в сварупе Шри Чайтани Махапрабху. Саньяса уже там, и где ее найти? Везде. Я могу привести множество примеров. Сваруп. И вот в сварупе Гуранги саньяса уже есть. Первое, то, что я сказал. И вот эти слова значит, в шастрах уже сказано, что вайраги, она естественно у Махапрабху, то есть отреченность, она это одно из качеств Кришны. Вайрагья, она естественно с Бхагаваном, естественно пребывает у Бхагавана Шри Кришны, соответственно Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, хотя внешне в жизни Бхагавана Шри Кришны мы не можем найти никакой саньясы или отречения, но это из-за нашей глупости мы не можем это видеть. Много раз Махапрабху, Бхагаван Шри Кришна, хотел доказать перед Гопи и Радхарани,
И вот он хотел показать свою отреченность. И пример я могу привести. Однажды Дурваса Муни пришел на ту сторону реки Ямуны, и гопи, они пришли служить Дурвасе, поскольку Кришна — это природа Бхагавана. Бхагаван говорит, что вы гуру, что Дурваса Муни гуру. И хотя мы знаем, что Кришна — он лучший из гуру, Нитянанда. Гуранга Махапрабху, Кришнам Банде Джагадгурум. И вот, когда гопи, они переплыли реку, чтобы поклоняться Дурвасе, вот они думали, что же делать. Столько воды, тут сезон дождей, эти реки разлились, вышли с берегов, как достичь Дурвасы. Они спросили совета у Кришны. Кришна сказал: «Да, хорошо, вы можете пойти к Ямуне и сказать: «О, Ямуна, если Кришна лучший из брахмачари, пожалуйста, расступись, чтобы мы могли пройти через тебя и служить этому своему гуру». И вот они засмеялись, что ты брахмачари, кто ж поверит. Ну, Кришна сказал: «Попробуйте». И вот они пошли к Ямуне. И люди обычно достаточно скудоумные, имеют представление только о телесной концепции жизни и не могут понять этих слов Кришны. Нет ничего, не может быть ничего более прекрасного, чем Расалила. Даже Шукадев Госвами, лучший из отреченных, даже он не носил одежду. Он хотел... И вот когда Шукадев Госвами обсуждал Расалилу, и он описывал ее так, как такими словами, как будто он уже участвовал в этой Расалиле. Например, вы находитесь здесь со мной. Если я скажу, что вы пошли туда, на Махату, которая открыта Нитянанда и Баларамы, Свананда Суканда Кунджа, если я скажу так, то что, как скажу, что все гопи идите туда, но Шукадев Госвами не говорит так. Шукадев Госвами, он и должен использовать это слово, что гопи пошли туда, к Кришне, но он так не говорит. Он говорит, что гопи приходят. Ну, то есть вот по этим словесным оборотам можно сделать вывод, что он рядом с Кришной, поэтому выражается так, что гопи приходят, они идут. То есть по этим косвенным признакам можно сделать вывод, что он участвует в этой Расалиле. В Бхагаватам очень много таких иносказательных вещей. Бишая Васуна Мур Ковету Чар. Это потом кота. First word. Ар-кове. Ар-кове is one kind of exclamation. Because for infinite period I am rolling down with matter. Ар-кове нитай чадир. Ар-кове нитай чадир коруна хой. Бишая Васуна Мур Ковету Чар. Бишая Чария Кове. Shuddha habe mun, kabe ham herobo sivin. When I speak something, you become very sorry. Baba speaking so high. This way you can take darshan of Bindu, not before that. That's why I told, don't feel pain. Мы не должны обижаться, поскольку каждое слово в Бхагаватам и прочих писаниях, оно очень точно подобрано. Если это кого-то обижает, то не нужно обижаться.
многие люди едят во Вриндаван, но можно ли назвать это паломничеством? По сути, если посмотреть, это обычное наслаждение чувств. That kind of power is not there, like Mother Vandavari. He can travel to rescue people. This kind of power is there with him. Narada can travel. You can travel. Mental stability is not there at all. So, first of all, we should realize. И вот вначале всего мы должны понять. Ишая васуна мор кове туча. When I can think matter is nothing, I cannot. Мы должны избавиться от влечения к материи. А почему это? Есть это влечение, потому что мы недостаточно предались. Если мы не сможем достичь уровня Радхарани, только 500 лет назад какая-то царица, ну, Мирабай ее звали, она Радхарани не следовала, но Кришне следовала, очень Кришну любила. И вот она была привлечена Кришной и пошла в лес. Воспевала его имена, ничего не боялась в то время там. Ну, лес такой был, как, джунгли, в общем. Но она совершенно не боялась ни о чем, не беспокоилась, а просто звала Кришну, воспевала его имена. Махапрабху показал нам, что без всяких беспокойств, если вы погрузились в Кришна-бхаджан, в размышления о Кришне, то тогда никакой тигр вас не заметит. Как я говорил, Рагхунатха дас Гасай, он пил воду из Радхакунды, и тут тигр пришел тоже попить воды, и Рагхунатха дас Гасай, он... И вот когда Санатан Госвами пришел и сказал, ты сумасшедший, тебе нужно жить внутри какой-то комнаты, а то эти тигры тут сидят. И вот Санатан Госвами позвал Раджаваси и попросил, чтобы они построили ему какой-то баджан-кутир. И... Ну, это просто лила тигр. И вот тигр. Ну, в общем, и как это возможно, когда вот кто-то там, то ли, ну, в общем, кто-то из преданных, он шел через лес, полный свирепых животных, или Джаганнат из Бабаджи Махарадж, но эти животные, они не испытывали никакой вражды к ним. Или вот Джаганнат из Бабаджи Махарадж, Бихари его шел, нес на своей голове. В смысле, корзину поставил на голову, в ней был Бабаджи Махарадж, и вот так нес его. И тут они шли, тут видят тигр какой-то, Бихари говорит, тигр. Бабаджи Махарадж говорит, что это спутник Гуранги, никакой не лев, иди дальше, не бойся. Что это? Санатан Госвами. И также он шел когда через Джараканд, там было много всяких тигров, львов. Махапрабху тоже шел через этот Джараканд, и никакое животное даже не подумало ему как-то навредить. Как такое может быть? И вот Махапрабху сказал, что вся наша Гурварга,
И вот кто такой, кто такие вечные саньяси? И Сарупа, Бхагавана, как Кришна, я говорил раньше, Кришна говорит, если я настоящий брахмачари, идите и попросите Ямуну расступиться. И действительно, гопи спросили у Ямуны, настоящий ли он брахмачари, и действительно, эти гопи оступились. Гопи — это сарупа-шакти. In Bhagavatam, Rasa Lila is seeking Krishna's playing with his shadow. В Бхагаватам говорится, что Кришна, подобно тому, как мы, стоя перед зеркалом, что мы видим отражение. In front of mirror, small boy is playing. He said, "Who is that?" They cannot understand this way. This is the same thing. Sha pratibhimma vibhrama. И вот Шукадева Госвами пишет, подобно тому, как отражение в зеркале. Not lie, actual Siddhartha. So this kind of prema is rare. So I like to run fast because you're not giving me time to discuss in details. So Gopika, they are sure that Krishna is real Brahmacharya. Then we вот Гопи. Дурбаса. В общем, так сказали, и действительно Ганга расступилась. So many things. Вот это Дурбаса. Дурбаса. И вот они поклонились Дурбасе. Но здесь послужили ему как-то. А и принесли еды, накормили его, и Дурбаса он съел все, что у них было там вообще. И вот эта деревня во Вридаване, Анеор называется, на местном языке в Раджавасе это значит «неси еще». И вот во время Накута они предлагали множество подношений Гавардхану, и Гавардхан их все принимал и говорил «неси еще», и поэтому эту деревню так и назвали. Durvasa speaking, you can go at the bank of Jamuna and pray. If Durvasa Muni is not taking anything except grass, grass you know, Durva, grass, many sadhus I know. Durvasa, почему его так звали? Он ел только обед дал, есть только траву Дурва. И поэтому его звали Durvasa. И вот Дурбаса спросил, эти гопи опять спросили Дурбасе, что же делать там. Ганета Ямуна разлилась. Как же ее пересечь? И вот это Дурбаса сказал, что вы идите к этой Ямуне, скажите, что если Дурбаса постится и пьет, ест только сок травы Дурва, то пускает, расступится Ямуна. Гопи были в недоумении, это Дурбаса только что сожрал сотни горшков, которые они ему принесли. А тут просит ему не сказать, что он ничего не ест, кроме травы. И вот они были сконфужены. Ну и мы тоже часто сконфужены какими-то противоречащими или вещами, которые мы не до конца понимаем. И в тот день, который вы сможете следовать Шри Прабхупаде и Бхактивинода Такура на 100%, вы сможете совершать баджан и быть уверены, и поймете всю сиддханту. Некоторые замешательства, что Махарадж что-то так или эдак сказал.
Но все же я говорю Сиддханту и не могу ее изменить. И вот Верховный Господь, я уже сказал, что Вайрагья должна быть. Почему Бхагаван, он лучший из наслаждающихся? И если кто-то спросит у меня, почему Бхагаван, он Верховный Наслаждающийся? Но мы как собаки. И Гуру, Гуру Махарадж говорил, что если собаки дать ги настоящие, собака не будет его есть. Ну, у них какой-то это не переносит они ги. Какая-то особенность пищеварения, что собаки ги не едят и не могут есть. Хотя ги очень ценный продукт. И вот Гурупад Падма говорил, я шутя тоже говорю с вами. И вот Гурупад Падма говорил, о мой сын, собаки не могут, уличные собаки не могут переварить ги. Можно их кормить всякой гадостью, но они будут это есть, но хорошее, дорогое, настоящее ги, они не смогут его есть. И мы, особенно я, я вот такой подобный уличной собаке, которая не может воспринять ценные наставления нашей Гурваги. И вот кто может понять миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, почему Махапрабху принял саньясу, и есть причина этому. И вот почему Махапрабху, он Верховный Наслаждающийся, если вы спросите меня, я скажу, да, Махапрабху Верховный Наслаждающийся, поскольку он самый, не только наслаждающийся, он самый отреченный из всех отреченных, он наиотреченнейший из всех. Ришикеш. И одна причина этому, поскольку он Верховный Наслаждающийся, поскольку он также у него отречение в своей высочайшей степени. Никто в этом бесконечном мире не может сравниться с Шри Чайтаньей Махапрабху или с Кришной, что в наслаждении, что в отречении. И поэтому вот 25 минут назад я сказал, что саньяс Шри Мана Махапрабху — это сварупа. Она врожденное качество Шри Чайтаньи Махапрабху. Хотя сварупа Махапрабху и сам Махапрабху не отличны друг от друга. И сварупа — это такое духовное тело, можно сказать, подлинное «я». И Бхагаван Шри Кришна говорит Вьясадеве, я сам, не какие-то аватары. Бхагаван говорит, смотрите на меня, не на мою аватару, на самого меня. Ахамева. Это Ахамева качит брахман. Саньяс асрамам асритаха. Хари бхактим грахаями калу папа хатану нарану. Все люди в эту Кали-югу, Бхагаван говорит Вьясадеве, что я сам иногда в какую-то Кали-югу. In some special Kali, though it is not indicated directly, but it means so. Ahameva Kachit, otherwise the word Kachit, those who have some basic idea about Sanskrit, they know. И вот на санскрите слово Kachit значит случайно, иногда, редко. Ahameva Kachit Brahman, Sanyas Asrama Masritaha, Hari Bhaktim Grahayami, Kalu Papahatana Nara. This I myself, in some Kali, rare, sometime, I am taking sannyas vrata.
И вот Бхагаван говорит, что иногда он сам принимает саньясврату. То есть не всегда, редко, иногда, время от времени. Почему? Чтобы помочь людям принять Харибхакти. Какова цель нашей жизни? Кто-то стремится к деньгам, кто-то к духовности. И вот дух Харибхакти — это наше самое ценное, к чему мы должны стремиться. Иногда я принимаю саньясаврату. Бхагаван говорит, чтобы помочь людям принять Харибхакти, Харибхакти, поскольку в эту Кали-югу, эта Кали-юга полна грехов. Никто не может сказать, что мы, что они безгрешны. Так или иначе, я не говорю о Гуру Варге. Я говорю о себе и о остальных. И вот никто не может заявлять, что они свободны от всяких грехов. Даже если люди живут, они так или иначе что-то совершают, осознанно или неосознанно. И вот Бхагаван иногда принимает саньясврату для проповеди. И вот сейчас я буду говорить о различных примерах, с помощью которых можно понять, что саньяса Сочетание Махапрабху, она внутри его сварупы уже есть. Я могу привести несколько примеров, намеков и насказаний. И вот один пример, то как чистый саньяси может спасти обусловленных душ. Как в случае Нитянанды Прабху и Гуранги. Нитянанда, он спас Джагая Мадхая. Махапрабху в то время не был саньяси. Он позже принял саньясу. Это такая трансцендентная драма. И вот очень интересно, как Джага Мадхай были спасены. Пример я могу привести. О Шиле Бхакти Хриды Бондав Гасая Махараджа. Мы должны слушать с неотрывным вниманием. И вот Махарадж отправился в 24-й Праганас говорить Харикатху. Где-то на неделю его пригласили. И вот он был хорошим оратором. И вот Махарадж был великим преданным, и он говорил Харикатху, и каждый день говорил Харикатху вечером. Но Махарадж, он узнал, что в той деревне какая-то опасность. И что за опасность? Какой-то разбойник убивает людей, насилует женщин. Много случаев, и вся деревня его боится. Ну, в общем, грешник, полиция тоже чуть не могла с ним ничего не сделать. И вот, ну, такие как Джагай Мадха, негодяй. Однажды этот Гунда, я не знаю почему, он увидел Махараджу предыдущую ночь. Ну, в общем, приехал как-то там, увидел его, тоже пошел на лекцию, посмотрел со стороны. Что-то там послушал, ну, случайно, не специально на Харикатху пошел, а просто мимо проходил. И вот на следующий день, утро, в 9 утра примерно, пришел к, ну, в той комнате или здании, где Махарадж жил, остановился. И вот он пришел, поклонился. И сказал, что я полон. You know,
Я нахожусь в очень опасной ситуации. Я совершил так много грехов. Бесконечное число. Можешь ли ты спасти меня? И вот он спросил у Бон Махараджа, можешь ли ты спасти меня? Возможно ли для вас спасти меня или будете меня ненавидеть? И вот Махарадж сказал, приходи вечером. И вечером он пришел. И было много народу пришло, места не было, этот негодяй, хулиган, он стоял сзади с каким-то сомнением, почему Махарадж пригласил меня вечером, и вот стоял там сидеть. Он как бы не мог на лекции, стоял как-то, ну, вдалеке, а тот Махарадж увидел, сказал, иди сюда. И вот, ну, Махарадж, люди были удивлены, что он зовет какого-то хулигана, сказал, садись. Я думаю, со мной люди удивлены были, почему этого негодяя, хулигана вообще пригласили, какое дело у него. И вот Махарадж начал говорить харикатху, два часа говорил. И после того, как закончил, последние слова были, я знаю, что вы все сомневаетесь во мне, почему я пригласил этого хулигана. Я знаю, вы его недолюбливаете, сомневаетесь, я хочу ответить вам. И какой же этот ответ? Махарадж сказал, я знаю, что он хулиган. Такой, как сказать, ну, пораженный хулиган. Но сегодня утром он пришел ко мне, поклонился и спросил, можешь ли ты спасти меня? Можете ли вы спасти меня? Вы саньяси, можете спасти меня? Это первое. Он может, у него есть, может быть, множество недостатков, множество грехов совершил, но и хорошее есть. Он пришел ко мне и спросил, могу ли я спасти его. И поэтому Махарадж говорит, что это очень важное качество, ради которого я пригласил его, но никто из вас не пришел с таким вопросом. Этот человек, по крайней мере, искренний, и он может какое-то решение в своей жизни найти, а другие даже этого не могут признать, что признал он. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит в Ясадеве, иногда я являюсь в этом мире и принимаю саньяса-врату, чтобы спасти всех падших душ, поскольку Кали, век Кали, и в Кали-югу все полны каких-то плохих качеств, никто не может сказать, что он безгрешен. И вот это указание, по которому Махапрабху, Кришна Бхагаван прямо говорит, и мы понимаем причину, по которой Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, Бхагаван Шри Кришна, пришел в форме Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. И вот сейчас я хочу доказать то, что Махапрабху, он сам, с самого начала, когда он явился, он начал проповедовать харинам. Даже когда он ползал, был в форме ребенка. Почему? Поскольку в Чайтанья Бхагавате говорится, признак, ну, один из признаков, он плакал, когда люди начинали повторять Хари Кришна и другие святые имена, он переставал плакать. Поэтому все местные жители, они поняли, что когда он плачет, нужно повторять святые имена Хари Кришна, и он перестает плакать. Если перестать повторять святые имена, то он начинает плакать. И вот Симатаджи пришли, начали воспевать святые имена, и ребенок успокаивался. И вот смотрите,
на эту технику Махапрабху, он уже, даже будучи ребенком, все же он проповедовал таким образом. Дело так, что люди вынуждены были повторять святые имена. И это очень хорошая техника. Что все повторяли Харинам. Потом то, что саньяса — это одно из врожденных его качеств. Первое, я могу сказать, Вишварупа, когда принял саньясу, старший брат Махапрабху. Отец и мать, они плакали, как сумасшедшие. И Махапрабху пришел к отцу и матери и сказал: «Почему вы плачете? Мой старший брат ушел, приняв саньясу, это очень хорошо». И вот он, будучи ребенком, говорил так, откуда... И вот он утешал, спрашивал: «Чего ж вы плачете? Это радоваться надо, что мой старший брат принял саньясу. Он может помочь освободить всех ваших родственников с материнской и с отцовской линии. Это очень благоприятно, что мой старший брат принял саньясу. Чего ж вы плачете? Я с вами. Я ваш сын, я буду служить вам. Чего ж вы плачете?» И таким образом Махапрабху, он... И в то же самое время, смотрите, ребенок, откуда он, будучи ребенком, откуда он знал такое? Это значит о том, что Махапрабху одобрил саньясу своего старшего брата. Мало кто знает об этом. Там такие есть эти иносказательные вещи. Не каждый может это понять. Иногда вещи говорятся только тонкими намеками, как здесь то, что Махапрабху одобрил саньясу своего брата. И вот через какое-то время Чайтанья Бхагавате говорится, Махапрабху принял лист какого-то просада, ну, этого, лист бетеля преданный, это не едят, Кришне еще можно предлагать, но есть. Преданные не едят. И вот он принял этот лист бетеля, отравился, упал без сознания. Что случилось, что делать? И потом преданные совершали санкиртану, и он принял сознание и сказал, что мой старший брат Вишвару пришел и попросил меня, почему бы мне не принять саньясу. Это хорошо. И я молюсь моему старшему брату, что я очень мало, у меня нет представления о том, что такое саньяса, зачем она нужна, что с ней делать. Пока я буду служить отцу и матери, это более практично для меня. И Лакшми Нарайана будут довольны. Мой старший брат зовет меня, чтобы я принял саньясу. Но я сказал: нет, я не понимаю, что толку от этой саньясы. И вот этим намеком Махапрабху хотел сказать нам, что он может принять саньясу в своей жизни. Однажды
Махапрабху видел, что какая-то возвышенная личность дает ему саньяс-мантру, и после... И вот он проснулся своим спутником преданным, рассказал то, что увидел, что сегодня во сне какая-то возвышенная личность пришла и дал мне саньяса-мантру. И преданные испугались. Может быть, Прабху говорит так, что на самом деле примет саньясу, кто знает. Иначе почему такие вещи случаются снова и снова? И вот они испугались, что Махапрабху может оставить нас. Они открыто не говорили, но страх такой почувствовали. Еще один пример могу привести, чтобы показать, что сварупа, что эта саньяса, она находится в сварупе Шри Чайтанья Махапрабху. В скрытом виде. Однажды Махапрабху совершал санкиртана яги в Шивасангане. Не знаете? Махапрабху совершал санкиртан яги в Шивасангане. Однажды Махапрабху говорит, что я не чувствую наслаждения, не чувствую вкуса. Почему? И тем временем все жены, и вот, в общем, все женщины начали плакать. И вот Шивас Пандит. И вот в доме Шивас Пандита Шивас пришел, увидел, что случилось, что его единственный сын умер. И Шивас Пандит сказал, чтобы они не плакали, не горевали, ну, по крайней мере, громко. И Шивас Пандит сказал, я хочу обрести такую удачу, оставить тело во время того, как сам Верховный Господь совершает санкиртану в моем доме. Смотрите, сам Верховный Господь совершает санкиртану в моем доме, и тут мой сын умер. Это великое благословение, великая удача. А если вы будете тут причитать, орать, то побеспокоите санкиртану Махапрабху, и из-за этого я могу пойти утопиться в Ганге. Поэтому лучше, хотите поплакать, если подождите, когда санкиртана кончится, все разойдутся, тогда можете вдоволь наплакаться. А пока подождите, сидите тихо. И вот он повернулся и начал, продолжил участвовать в санкиртане. И вот потом преданные узнали, что Шивас Пандит хотел скрыть это, но все же какие-то преданные узнали. И после этого Махапрабху начал танцевать, и после этого сказал, что я не чувствовал такой радости, которую обычно чувствую. Что случилось? Шивас не сказал. Какие-то преданные сказали, что единственный сын Шиваса умер. Что? Что случилось? Да. Единственный сын Шивас Пандита умер. Где? Когда? Махапрабху начал плакать. И вот он хотел увидеть тут Дживатму.
И вот Махапрабху говорит, такая преданность. Шивас Пандит предался мне полностью вместе со всеми своими родственниками. И вот и Махапрабху говорил, как я могу оставить их? Почему те преданные, которые даже если их родственники, родные, близкие ушли, но они хотят служить мне, как я могу оставить их? И вот, и Махапрабху, если примет саньясу, то она оставит их всех, что же делать? И еще другой пример. Когда Махапрабху в процессе своего преподавания грамматики отправился в Бангладеш, ну, в то время Бангладеша никакого не было, только западный и восточный Бенгал. Махапрабху хотел. И вот Махапрабху думал, как же помочь всем, как избавиться, помочь им избавиться от влияния этого материального мира. И однажды И вот И вот Тапан Мишри однажды пришел какой-то возвышенной личности и сказал, что там Верховный Господь, там мы можем найти как великого преподавателя грамматики Нимай Пандита, и будь уверен, что он Верховный Господь, он может научить тебе, что такое садья тата. Не беспокойся, иди, вставай, и ты найдешь там своего учителя, этого грамматики Нимай Пандита, и он же Верховный Господь. Иди и спроси, что такое садья татва. И вот он пошел, предложил ему свои полные распростертые поклоны. Он наверняка необычный человек. И видя такого Махапуруша, почему ты пришел? Я хочу узнать о садья татве. Я очень запутался во всем этом. И тогда Махапрабху начал рассказывать ему, что такое садья татва.
нам санкиртана кало парамупай. И вот он был очень вдохновлен, впечатлен Махапрабху. Сказал, что я хочу жить, находиться с вами. Я хочу отправиться в Навадвипу. Нет. Соверши баджан, через какое-то время ты отправишься в Варанаси. Варанаси, что я там забыл? Я хочу находиться с вами. Нет. Иди в Варанаси, там я встречусь, мы встретимся. И вот Махапрабху, когда он принял саньясу, пойдет в Южную Индию, до того пойдет в Северную Индию, до этого в Южную Индию. То есть это потом Пури, ну, в общем, долгая история, да все. И Махапрабху, смотрите, Махапрабху почему говорит так, что иди в Варанаси, я встречусь с тобой. В то время вопроса саньясы не было, Махапрабху не принял саньясу в то время, но Махапрабху сказал, идите в Варанаси, там мы встретимся, и действительно так, это тоже мистерия, что Махапрабху может, не расслышал, что может. И вот много примеров я могу привести, когда санкиртан-раса происходит в Шивасангане и в других местах. И в то время много людей приходило и в общем, была санкиртана, проходила, Махапрабху сказал никого не пускать, тут какой-то браман пришел, ломился, хотел участвовать в санкиртане, его почему-то не пустили. А почему? Ну, никого не пускали. Ну, для своей санкиртана была. И вот он обиделся, в общем, разгневался и ушел. Почему? Почему его не пустили, не открыли дверь? И после этого, через какое-то время, этот браман пошел на Гангу принять омовение. И вот он пошел туда принять омовение и увидел Шри Чайтанью Махапрабху, Гурангу Нимая. Что ты, из-за тебя я тут страдаю, я браман, я страдаю, ты меня не пустил меня на санкиртану, я хотел зайти. Ну, на вашу санкиртану, но ты меня не пустил. Ты должен быть наказан за это. Я чистый браман, я проклинаю тебя. И вот он начал насылать свои проклятия, что ты не будет у тебя никакой радости в семейной жизни. I curse you. In your whole life, you cannot get any family life enjoyment. Mahaprabhu loved it. Махапрабху засмеялся. This kind of benediction I want. Да, я хочу такое благословение. You are giving me curse, but it's one kind of blessing. What do you mean? What do you mean? There also indication that Mahaprabhu shall give if you take sannyasa. Yes or not? This way, all the way, Mahaprabhu taking preparation. И вот Махапрабху таким образом готовился к саньясе. Это значит, что саньяса, она уже есть в сварупе Бхагавана, но в сварупе Кришны саньясы нет. Ну, открыто, уже точно нет. But Sanyas was there with Krishna, topmost Sanyas.
но Кришна на луче саньяси, в случае с Гурангой или Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, мы можем понять, что Бхагаван, он имеет эту саньясу в своей форме. И вот мы, Кришна сделал очень многое для этих обусловленных душ, но не все, мало кто понял его настроение, его поведение, его расалилу. Еще некоторые обвиняют Кришну. Что же делать, чтобы спасти их? Рупа Госвами подпишет, что без Кришны, поскольку в то время Гуранга Махапрабху не беспокоился, Джива Госвами подпишет, без Кришны, без воли Кришны, кто мог бы распространить прему среди этих кустарников, лесов, птиц, кроме Кришны? Кто мог дать нам прему, птицам, животным, всем растениям, кустарникам и всем остальным? Но все же было какое-то ограничение. Бхагаван сказал: преданность мне, моим лотосным стопам, это единственный нектар, единственное богатство, амрита, сокровище. Но люди не понимают этого. И вот Кришна говорит: причина, по которой я пришел сюда, никто не может понять, обвиняют в чем-то. Хотя Бхагаван говорит в Гите: Кришна говорит правильно все в Гите тоже, но люди превратно понимают это. Большинство людей превратно понимают Кришну. И вот Бхагаван Шри Кришна был опечален, и он сказал, что я хотел спасти их. Но они не могут понять, и поэтому в Чайтанья Чаритамрите говорятся такие слова. И вот Кришна думал, что же делать. И вот он решил явиться в форме Гуранги. И это одна из причин. Есть много причин. Причин много, но времени мало. В книге Вишнуприя Грантха так много Таттва-Сиддханты. И вот я приведу несколько примеров, когда Махапрабху вернулся из Гаи. Махапрабху начал выражать какие-то ненормальные состояния, как бы. Но они не то, что ненормальные, просто необычные. И вот предложил он, когда этот пинду своему отцу и выразил: ну, как-то странно себе вел. И вот таким образом Махапрабху пытался сдержаться как-то. И вот Махапрабху, и учая это, ну, в общем, преподавал грамматику своим студентам. Но
Все это, вся грамматика была связана с именами Кришны. Все это, все связалось с Кришной. Студенты его, ученики были в замешательстве. Раньше мы ничего такого не слышали от вас. А сейчас только имена Кришны. Махапрабху спросил, а что тут? Говорю я, правильно или неправильно что-то? Они говорят, все правильно, но как-то необычно. И однажды какие-то ученики сказали Махапрабху, почему ты повторяешь гопи-гопи-гопи, что толку? Повтори Кришна, ты обретешь благо. И Махапрабху, слыша имя Кришны, он был полон према. И вот он сказал, я побью вас, не повторяйте имя Кришны. Кришна обманет Радхарани и Гопи. И вот какие-то недовольные там нашлись, начали возмущаться, спрашивать, кто его отец. Он нас побил, мы его тоже хотим побить. Вот они пришли с палками. В общем, угрожали, что если что-то случится, они отомстят. И вот после... И Махапрабху, он сказал, что хочет спасти их без всяких условий, всех материалистов. Хотя... И вот... И вот Махапрабху хотел спасти всех, но не все поняли его настроение, его цель. Были какие-то очень недовольные люди, хотели побить Махапрабху даже. Даже ученики его какие-то, но из-за того, что они планировали побить Махапрабху, Махапрабху решил, что нужно поменять статус. Он примет саньясу, то будет уважаем в индийском обществе, и уже его бить никто не подумает даже, а будут как-то выражать почтение, но в Индии почетно было орден саньяси принимать. И вот вместо этого Махапрабху решил, что вот вместе с саньясой будет, будучи саньяси будет проповедовать, так что это решение было очень болезненно, но решить принять саньясу. И вот Махапрабху, чтобы проповедовать, он принял саньясу. И вот и вот Махапрабху после принятия саньясы благословил всех, в том числе своих врагов, которые ему пытались всячески мешать. И вот зачем он принял саньясу? Для проповеди в Индии. Саньяси почетным считается. И в книге Вишнупри написано то, что Махапрабху говорит Вишнупри много раз. Махапрабху пытается утешить Вишнупри, поскольку новости распространяются как ветер. Вишнупри в общем, Вишнупри — это вечная шакти Бхагавана. И вот она говорила, что Господь моего сердца, я услышала, что ты принимаешь саньясу, как ты оставишь меня, как ты оставишь свою мать.
много раз, шутя Махапрабху. Ну, как-то хотел его успокоить, но Вишнуприя была очень умна и все поняла. Однажды Махапрабху взял ее за руку и сказал: «Ты должна помочь мне, поскольку без твоей помощи я не могу спасти обусловленных душ». Ты должна разрешить мне принять саньясу, что да. Если ты разрешишь мне, если я приму саньясу, то тогда люди будут плакать, что Гауранга Нимай, он уходит, все оставив, все, что у него есть, отца, мать, жену, они будут плакать. Люди очень, ну, люди тоже. Ты вечно со мной, не беспокойся, не плачь. Если ты хочешь плакать, плачь, о Вишну, поскольку твое имя Вишнуприя. Махапрабху, смотрите, не говорил, что он Верховный Господь. Он сказал, что твое имя Вишнуприя. И поэтому оправдай свое имя. Если ты хочешь плакать о ком-то, плачь, о Вишну. Он вездесущий. И таким образом Махапрабху сказал Вишнупри, он просил ее, молил: «Если ты не разрешишь мне принять саньясу, то я не смогу спасти всех обусловленных душ, которые погрязли в материи». И вот ради миссии Шичитани, Шичитани Махапрабху принял саньясу. Вот времени, к сожалению, мало. И на сегодня конец. How Mahaprabhu adopted the technique, how to preach, you know.